Спасибо, спасибо, я ценю ваш энтузиазм. В зале есть любители химии? А, я понял, день физиков, ладно. Так или иначе, это понравится всем. Протон встречает электрона и говорит ему: «Эй, протон, как жизнь?» Протон говорит: «Хорошо, жизнь полна позитива». «А порой не скажешь», — говорит электрон. На что протон отвечает: «Слушайте, не будь таким негативным!» «Скучно! Бу!» Понятно. Комический актер не должен считать публику умной, поэтому позвольте объяснить. Вы знаете, первый юмористический аспект анекдота в том, что электроны вообще не разговаривают. Не домой! Надо еще кое-что объяснить. Атом состоит из заряженных частиц, позитивных протонов и негативных электронов. Как вы можете видеть здесь... Попрошу не смеяться, вы не поймете анекдот, если не дослушаете до конца. Это я просто нечаянно. Не смеяться! Над тем, кто упал, потешается лишь глупая толпа. Я же вам сказал не смеяться! Это что вам, комедия? Прекратите смеяться, а не то я уйду, вот увидите!